Продажи ПК Apple Mac на родном рынке упали сильнее, чем на глобальном. Аналитики Гортна оценили рынок ПК по итогам первого квартала текущего года и пришли к выводу, что рынок просел на 4,6%, до 58,5 миллиона устройств. Лидером рынка осталась Lenovo, реализовавшая 13,2 миллиона ПК и показавшая рост на 6,9%. К слову, это самый большой показатель в списке лидеров. К примеру, HP, занявшая второе место, смогла нарастить продажи лишь на 0,8%, до 12,8 миллиона ПК, а Dell – на 1,5%, до 10 миллионов, что позволило ей закрыть первую тройку. Также источник приводит данные Apple, Asus и Acer, разместившихся соответственно на 4, 5 и 6 месте. Все эти компании показали падение продаж на 2,5%, 7,3% и 13,2% соответственно. Аналитики считают, что причиной спада на рынке снова стал дефицит процессоров Intel, который, согласно последним данным, продлится до конца текущего года. Что интересно, аналитики в своих подсчетах не учитывают хромбуки, которые показали рост продаж. Если бы эта категория была учтена, рынок просел бы меньше, на 3,5%. Также источник приводит данные по США, там список лидеров ожидаемо несколько иной: HP, Dell, Lenovo, Apple и Microsoft, причем продажи Apple на родном рынке просели сильнее, чем на мировом, 3,5% против 2,5%. В целом продажи ПК в США снизились сильнее, чем во всем мире, показатель составил 6,3%.